посмотрите фотоподборку портала Телепрограмма. Про и у вас не останется никаких сомнений. В понедельник, 25 марта, актриса Ксения Рапопорт отмечает день рождения. Звезде популярных сериалов и фильмов сегодня исполнилось 45 лет. Редакция портала Телепрограмма Про поздравляет артистку с юбилеем. Желаем запоминающихся ролей на сцене театра и в кино. На этот раз мы решили немного изменить традиции. В честь дня рождения Рапопорт мы не будем вспоминать ее биографию. Предлагаем вам оценить, насколько дочь Ксении, актриса Аглая Тарасова, которая известна зрителю по роли Софьи в сериале «Интерны», похожа на звездную маму. И Ксения, и Аглая «Весенние пташки» обе появились на свет в это романтичное время года, мама 25 марта, а дочь 18 апреля. Обе относятся к знаку зодиака Овен. По мнению астрологов, это говорит об упертости характера, а также о непреодолимой тяге к справедливости. Родились мама и дочь в Санкт-Петербурге с разницей в 30 лет. И учились тоже в вузах северной столицы. Но если Ксения сразу решила стать артисткой и окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по курсу актерского мастерства, то Аглая училась в Санкт-Петербургском государственном университете актерского образования не имеет. Сниматься в кино красавицы начали практически в одном возрасте. Ксении было 17 лет, когда ее утвердили на роль Симы в драме «Изыди». А Аглая получила свою первую роль в 16. Она сыграла Дашу в короткометражном фильме «Конфетки». И Ксения, и Аглая были удостоены статуэтки «Золотой орел», это одна из самых престижных кинопремий в России. Правда, у Рапопорта их три за роли в фильмах «Юрьев день», «Два дня» и сериале «Ликвидация». У Аглаи пока лишь один «Золотой орел». Она победила в номинации «Лучшая женская роль в кино» в мелодраме Олега Трофима «Лед». В вопросах личной жизни мама и дочь тоже солидарны, стараются не распространяться на эту тему. Однако, если Ксения умеет быть инкогнито, то у Аглаи это пока не выходит. Прессе известно два бурных романа Тарасовой и оба с партнерами по съемкам, Ильей Глинниковым, который сыграл бойфренда ее героини в сериале «Интерны», и сербским актером Милошем Биковичем, с которым она познакомилась на съемках драмы «Лед».